Всем привет! С вами Нютик, повар в деле. И сегодня мы с вами будем готовить сырники по рецепту Юлии Высоцкой. Пышненькие, невероятной нежности. Вы знаете, какой я суперповар, поэтому будем учиться у таких же суперповаров. Для сырников нам понадобится яйца, творог, мука, ванилин. Вот такая вот красота. И, конечно же, миска. Fight. Я готова к суперкукингу. В миску добавляем творог. Все, что упало, конечно же, доедаем. Но еще один творог. Творога много не бывает. Все это перемешиваем. Яйцо добавляем только таким образом. Так вкуснее, я проверила. И опять перемешиваем. После того, как мы помыли муку, аккуратненько достаем ее из пакета. Убираем за собой все улики, конечно же. И добавляем ее к нашей смеси. 3 столовые ложки. Немного ванили для таких же ванилек, как я. И щепотку сахара. Все перемешиваем. Достаем самую красивую сковородку, которая у нас только есть. Проверяем масло на качество. Добавляем его в сковородку. Посыпаем дощечку мукой и делаем ей массаж. Затем формируем сырники мокрыми руками. Достаем самый красивый бокал и устраиваем сырникам дискотеку. И с другой стороны дискотеку. После этого обязательно их пошлепать. Выйти замуж? Готово. В раскаленную сковородку отправляем наши сырники и ждем около 4 минут. Переворачиваем наши чудесные сырники и накрываем их крышечкой примерно на 5 минут. Достаем наш кулинарный шедевр на тарелочку. Вот такая красота получается. Девочка-кокетка, хозяюшка, пробуй. Очень вкусно.